Участок проспекта Республики от улицы Караганды до завода управления находится на балансе АО «АрселорМиттал Темиртау». В объемы работ входит ремонт самой автодороги, замена бордюрного камня, ливневых лотков, а также ремонт пешеходных дорожек. Ремонт этого участка автодороги требовался давно. В прошлом году было сделано планирование работ, а этим летом приступили к ремонту. Пешеходная дорожка выполнена на все 100%. Бордюры установлены не на 90%. Идет также асфальтирование этого участка автодороги. После установки все это бетонировали, укрепляли. Мы рады, в конце концов, что вот эту работу мы делаем, производим. Все-таки это лицо комбината. Хотя из-за дождей погода подводит, работа будет выполнена в установленные планом сроки – до 10 октября. Ливневая канализация на этом участке была построена более 50 лет назад, поэтому, несмотря на проведение периодических ремонтов, пришла в неудовлетворительное состояние. Был выполнен большой объем работ. Ливневая канализация заменена на протяжении 1800 метров. На проспекте Республики установлены новые ливнеприемники, поставлены и забетонированы короба. Пешеходные дорожки расширены. Это позволит в зимний период чистить их с применением техники, а не вручную, что улучшит и облегчит выполнение работ. На пешеходных дорожках было уложено 5420 квадратных метров асфальта. На проспекте Республики появилось 15700 квадратных метров двойного слоя асфальта, дегтябетона. Работы эти сейчас продолжаются. Немножко нам погодные условия бывают мешают. Работы по ливневой канализации у нас закончатся. Осталось только залить бетоном. Хотим до 10 октября эти работы все закончить, все уложить полностью и все сдать этот участок, чтобы люди могли спокойно проходить здесь. Ну и наша работа, чтобы всем в радость была. Асель Тулюбаева, Марина Ходорева, Евгений Ходорев, Владимир Курлаев. Новости Темиртау.